Я тут, наверное, седьмым потом весь и зайду, но так и не начну снимать. В общем, пока вспомнил, привет, мир. Я начинаю свою работу с нашим пристроем, начинаю, естественно, его с фундамента. А точнее, я убираю все лишние камни, которые у нас остались после разбора фундамента. С Ваней мы разбирали. Кто не смотрел видео, оставлю ссылку в описании. Ну, либо где-нибудь в правом углу будет подсказочка. Вот здесь тоже мелочевку всю надо убрать. Получается, что фундамент будет только буквой Г. И все, в принципе, здесь по большей части ничего не нужно. Также пристрой будет из пеноблока, как и вот этот вот. Буду соединять фундамент новый с уже имеющимся. Конечно же, лучше оставил бы закладные специально, выносы арматуры. Вот. Но здесь было старое здание, поэтому я не очень-то и мог это сделать. Поэтому буду долбить и соединять, соответственно, с арматурой вот в этом фундаменте. Короче, я по ходу дела буду объяснять какие-то нюансы, если буду вспоминать, конечно же. А то увлекусь за физической работой, за которой очень многие любят наблюдать. Короче, ладно. Пошел работать дальше. Так, у меня тут дилемма. Получается, что на пересечении двух сторон здесь одна сторона 6700. Я тут раздербанил навесы у досок. Хотел изначально использовать дюймовку, сколотить ее, ну, две доски сколачивать, получать полтинник, ну и таким образом, соответственно, делать эти щиты из них. Но потом передумал, взял уже сороковку, в принципе, три доски 150-ки и две 200-ки дают метр высоту щита, поэтому из них и буду использовать. То есть 40-ка уйдет у меня и 50-ка. То есть некоторые, наверное, придется подрезать, поэтому по итогу чуть позже покажу, как и что получается. Доски для скрепления щитов я беру старые, которые были разобраны. Короче, это половые доски со старой мастерской. Есть еще живые, так что с них можно нарезать коротыши, бруски метровые. Вот это тоже более-менее живая. Вот, и пригодятся как раз, не будут здесь гнить. Докопался я до подложки нашего фундамента. Здесь получается щебень, а ниже песок, песчаная подушка. Насколько я помню, 150 миллиметров песок, песчаная подушка, и столько же щебня. Также я собираюсь сделать и здесь. Единственное, что сейчас вот откопаю, прокопаю вниз на 150 миллиметров или на 100 миллиметров, по-моему, чтобы вот это вот была вровень с этим фундаментом. Вот, и в принципе он должен встать уже по уровню. Натянул шнурку вдоль стены первого пристроя. Выставил часть опалубки, чтобы ровненько было. Сейчас сколачиваю еще один щит. Из двойной дюймовки будет. Не хочу резать сороковку и полтинник, она будет вот здесь по внутренней стороне, а по внешней стороне оставлю 6-метровые 50-ки, тоже, чтобы не резать их. Так, сейчас, в общем, сколачиваем 4 щита и потом покажу, что будет дальше.
Как красиво оно в этом году цветет. Да, как думаешь, будет урожай? Блин, ну я очень надеюсь. Эта груша у нас первая зацвела. Сколько уже? 2 года у нас растет. Вон та, я так понимаю, поздняя, дальняя. Там цветочки, листочки только вылазят. А здесь, смотри-ка, прям усыпано. Угу. Вот бы столько груши было. В этом году шмелей очень много летает. У нас пчелы там есть, и шмелей очень много. Трудятся, опыляют. И пчелы здесь летают, я видела. Пчелы тоже летают, но мало. Угу. Они, видать, там на черемухе. Вот уже свою грушу хочется. Там вот черешня, кстати, тоже цветет. Я, да, пойду, потом пойду посмотрю. Ой, улетел. Я прикормил весной смородину. Надеюсь, что и смородина у нас будет как арбуз. Что? Одну взял, вот так вот выжил. И вот тебе варенье. Сок вообще-то. Ну ладно, сок. И все руки в смородине. Я очень на это надеюсь. Как у тебя дела идут? Да нормально, я пытаюсь все быстро делать, потому что погода как бы вот такая, видишь? А зато как с утра красиво было. Солнце, тишь да гладь. Обед с этот. Ну вот, в общем, тучки пришли, и скорее всего будет дождь. Ну да, ветер еще поднимается. Надеюсь, груша будет в этом году. Тоже надеюсь, очень красивая груша. Очень красиво цветет. Все, хочу свою грушу. Ой, какой жук здесь. Жук какой-то здесь засел. А ну-ка, жук. Ну-ка, не хочет показываться. Так это клоп. Его надо убрать отсюда. Клоп. Упал клоп. Итак, у меня уже периметр есть. Единственное, что не все доски сколочены. Но вот я землю отсюда закидал недостающие. Вот здесь вот были перепады огромные. Немного утрамбую. Потом буду укладывать песок, щебень. И вот с этой стороны потом надо будет землю накидать на опалубку. Ну, а, соответственно, позже надо будет делать укосины, чтобы после заливки фундамента не выбило никакие доски и стены. В общем, сейчас буду потихонечку трамбовать и таскать сюда песок щебнем. Ширина фундамента у меня будет 400 мм, потому что пеноблок будет укладываться на фундамент, а он имеет ширину 300 мм, будет заподлицо с фундаментом, здесь не очень правильно сделано. А внутри, в здании, будет полка в 10 сантиметров, на которую потом буду укладывать лаги половые через гидроизоляцию.
перерывах между дождями я занимаюсь строительством, а Валя занимается огородом. Мы не оставляем все-таки надежду, что в этом году что-то будет. В прошлом видео мне сказали, Валя, ты сама в куртке и пытаешься все усердно что-то садить. Так в 17 году мы все лето были в куртке, еще получается целое лето нельзя было ничего садить. Ты посмотри, какие это, кто вообще? Что? Они здесь, смотри, кучками, семейка. Где? Это что за жуки? Они мне ничего не съедят? Вернее, там, личинки. Это майские жуки, по-моему. Да ладно, они же вредители. Да. Значит, получается, их курям надо дать? Конечно, сколько, 3 штуки, ничего себе. А ну, здесь одного. Шкули, они закопались у меня здесь. Доставай их, они корни едят хорошо. Ой! А почему они так размножаются у меня здесь на грядке? Что у меня здесь? Медом намазано? Конечно, у тебя грядка-то хорошая, качественно сделана. Да, кстати, хорошее удобрение, надеюсь, урожай будет хороший. Вот это туча! А что садить-то будешь? Показать? Сейчас Соня с Катей ко мне присоединятся. Здесь, видишь, целая кучка, нам еще очень много всего нужно посадить. Здесь морковка, редиска, я смотрю. Да, редиска уже там сходит. Здесь маш мне прислали, я хочу попробовать, что это, как это. Посадим маш. Всяко разное еще, пол огорода еще не посажено. Главное, чтобы заморозка больше не было, а то будет у меня разочарование года. Разочарование столетия. Да все нормально будет. Завтра лето начнется. Бассейн вытаскиваем, воды наливаем. Вытаскиваешь, значит, лето будет завтра 8 градусов, обещают, опять и ливни. Так что я не знаю, как ты будешь доделывать это. Ну я же говорю, набегами. Мы все набегами. Ну да. Дождь закончился, я пошел работать, Валя пошла в огород. Сегодня будет вкусняшка. Отлично! Каждый день вкусняшка. Пойдем покажу красивого шмеля, пошли. Смотри, какой красивый. Какие шмель, небольшие. Стой, тебя снимают, стой. Я, кстати, заметил, что у нас в этом году очень много шмелей и очень много нор. Они вылазят из-под земли. Вот, видать, эти земляные крысы поделали с мышами. Улетел. Сделали с мышами нор, и они, видать, там живут теперь пчелы, шмели. А если его в руки взять, он укусит, да? Ну, попробуй. Не буду. Ладно, пойдем, а то там дождь опять. Дождик, ты подожди. Успел это сделать, конечно, до дождя. Вот начинается сильный дождь. Все, песок я утрамбовал, пролил, положил сюда, уложил щебень. И все, в принципе. Опалубка, конечно же, еще не готова, но в целом большая часть работы уже сделана. Ну вот, дождь еще сильнее пошел. Я не знаю, видео, наверное, будет работа, дождь, работа, дождь, работа, дождь, вкусняха. Да, девчонки там готовят вкусняху. Мучное. Многие пишут в комментариях, нельзя столько много мучного. Ну так это мучное будет с мясом.
А это другое дело. В общем, ладно, работа на сегодня закончилась. Туча большая, да и в принципе уже ужинать пора. Так что пойдем вкусняху есть. Тучка пришла очень быстро и продолжает идти. Скажи, красиво. Очень. Особенно вот эта вот дырка. Она некрасива. Она здесь так и должна быть. Эта дырка, она по рецепту там должна быть, понимаешь? Мне здесь надо. Вот здесь букушку налей. Все? Да. Готовенько. Вот он ужин такой. Прям шикарный ужин, салатик и вот это вот котлома, да, называется. Mm-hmm. Это тесто, я не знаю, какое оно тесто, это Валя здесь. У нас специалист. Mm-hmm. Оно поджарилось со всех сторон, хочешь, Кать, подходи? Мясо с зеленью надо. И какое тесто ты говоришь здесь? Обычно дрожжевое тесто, но по принципу котломы. Мы такой рецепт делали у мамы. На канале «Привет, мир» у нас вроде есть оно. Uh-huh. В общем, ладно, садимся кушать, приятного аппетита всем. Окончание дня такое замечательное. Поработали, в огороде что-то посадили, пришли, поели, все отлично. Ты слышишь вообще? Конечно, а хрустишь, ну-ка, все садим. Вот это вот, смотрите. Вот здесь вот вкусни. Она еще и горячая. Аккуратно, не обжегся. Да, все. После трудового дня вот такой вот поесть. Да. Вкусненько. Ладно. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Все, давайте тарелки таскать, я еще полью. У меня там еще много есть. И, кстати, в духовке еще котлома, только она по принципу десерта. Там изюм и сахар. Вот, а здесь с фаршем. А еще котлома мы с чем-то, с творогом делали. В общем, все начинки разные, все очень вкусно. Все, Соня, все, Катя, садимся. Долетайте. Пойдемте тащите тарелки. Все, ужин садимся, все. Да. Я себе принесла. Молодец. Так, я решила сразу еще порезать, на всякий случай, потому что это вкусно. А ну-ка. Ой, а горячо-то как? Горячо. Так. Ой, пар идет. Очень горячо. И хрустка. Хрустящая. Все. Садимся, всем хватит, еще останется, потому что там еще в духовке все есть. Ой, как вот эти вот десертные хорошо поднялись в духовку. Сонечка, посмотри. Я их еще кунжутом посыпала.